Выполняй простые задания на своем мобильном и получай за это голду. Ссылка в описании. Ну, типа, мы продаем лево сейчас? Ну, может, ты проедешь сразу? Мы, скорее всего, не продаем лево. Я проеду? А ты хочешь? Нет. Мы с Мика, кстати, можем вообще проехать. Или я не проеду? Может, не стоит тут. Смотри, сколько там... ПТ. Много ПТ-шек. 2,2684. Короче, я поехал по низу сразу, вот сюда прожму. Плохая хрень. Если Почему? Они занимают город, то ты умираешь там. Они, да. Если они занимают гору. Блин, я хотел налево проехать. Я подожду, ой, если... Ты... А ты, Мига, не будешь занимать гору? Нет. Толпа уже идет. Конечно, он 2,2,6,8. Нельзя было налево тебе ехать в любом случае. Не, ну это что-то жестко. Ой, свинья на 2,6,8, просто тупая свинья. Наша? Да. Да он взял меня, толкает, просто выталкивает и все. Они прям очень дико. Очень мотивированные ребята, судя по их арта КД, жестко. Я их стреляю без засвета, пока они блайндят сюда, рано или поздно будут. Тимеру простреливаю, если она так будет выезжать. И пробил ее. Я поехал отсюда, походу. Да-да-да, можешь уезжать, я тут, в принципе, дефа нормально. А тут куда ехать-то? Там у нас... Не, вы можете вот здесь постоять. Ну, типа, да. Встречать там и по горе пострелять, если что. Ну, просто здесь смысла нет, у нас так танков на прием хватает, плюс этот. Летит. Это тяжело будет, долгий будет. Здесь грань оставим, а там сами разыграем сейчас. Там подпустим четверку этого и итальянцев. Кто это наши, там умирает что-то. Что там? Там он что, вылазит, что ли? Да непонятно. Походу. Да не. Нам надо сюда приехать, наверное, к грилю. Или дождаться, когда они ближе подъедут, и потом поехать сразу. Ну там два бирюзовых 2,6,8, то есть такие. О. Да, по ним видно. Миг, поехали, сейчас запушим ему, когда он ближе подъедет. Угу. Если он подъедет, конечно, все упустит. Вообще, если мы едем, пожалуйста, отсюда просто, блин. Мало того, что меня выталкивал, так сейчас дохнет в нулину. Не, я думаю, не стоит ехать. Я тоже думаю, то здесь надо дефить, счет 0-3, у нас тут все так плоховато. Разверну его лбом туда. Да, согласен. Спасибо большое, Борус. Кто-то кидает слева с этого. Отсюда. Просто фиаско какое-то. Смотрите, кинет блайнд и пробьет меня еще. ПТ-шка там ошибается. Да, но ну, я только поставил дрон. Только второй урон полетел с учетом того, сколько я выстрелил. Цитить никак? Нет, не хватает. Давай, давай, 6-2. Какой? Блин, под калибр. Я засветился первый раз за бой. Давайте, там встречайте, у нас здесь все более-менее. Типа, можно играть. Да, у нас тоже пока принимаем, все хорошо. А кто у них вообще светился? Я пошел на... А, у них гриль не светил. Ты с ЛТ, смотри, поехал? Я тоже поехал на итальянца. Давай. У нас просто слишком много я поехал. Могу поехать затаранить, в принципе. Да, мы его убьем так. Ладно, сами убивайте, я поехал. ЕП-7 тут у нас, если что. Он не светился вдруг. А, чувак здесь СТРВ принимает. Без урона я... Вот тут СТРВ стоит. У меня лагает. Опа, а что за лаги? У меня тоже залагало, да. А, ну это игра, это я думал, интернет упал. Я тоже думал, у меня интернет там что-то. Я тоже думал. На секунду там на 4 секунды сокнулся, нормально. Да, 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 да.
Короче, можно настреливать. Здесь можно еще очень много делать в этом бою. Играйте. А я не прибиваю грили. Нормально. Артака, да? Я не попадаю. Вот стерва там. Да, я ждал. Потом... Нет, я все. Главное, не умри, левша. Да я тут чё, левша, я флоу. Я тут... Окей. Okay. Ты, Мига, отойди на кемпу и все там. Пропусти меня. Это просто нереально, как у меня не летит в этом бою. А, здесь не выйдешь на них никак. Здесь вот отсюда кемперят еще. Ну, не понимаю, когда я свечусь, когда... Ну, почему я в какой-то момент свечусь. А мига сваливается, но... А, у меня тут два танка выехало по плато. Кто-то может мне саппортить с ними? Нет, сейчас мига только есть. Если я не засвечусь... Двойка орудием закрыла, они пипец мне мешают. Ну все, они меня законтрили. Типа у меня было все хорошо, а сейчас все очень плохо. Нет, я тут никак не выведу. Окей. Мы в яме с тобой остались, а? Меня там с останов кидают. 50. Блин, прям. Все херово. Их панцер там едет, осторожно. Панцер, если дальше выйдет, я его убью. Блин, альфы не хватило. Две секунды, я его заберу. Альфа! Шесть секунд, попробую ее в панцер разобрать. О, 62-ку, кстати, забрали. Противник забрал на 268. Это хорошо. Да. Так, да. Левша там. Че у меня? Пешка, осторожно. Ну, может приехать. Какая? А, в спину, что ли? Да. И слева, может. А, вот отсюда, может, ёшки, я понял. Сейчас попробую подняться. У нас нормально. 50. Блин, нет, не нормально. 268 приехал в спину. Альфа, не пройди. Нормально, альфа сейчас, не прошла, но у меня БК нет. Нормально. О, 268 не пробил меня. Я выживаю тут, пытаюсь. Он целится в меня. Смотри, сейчас что я сделаю. Семёра хорош. Тащим, что ли? Куда? Да, тащим. Епис меня, наверное, смотрит. Ну, да, на тебя смотрит. Это, смотри, короче, вот это Мига, сейчас я поеду с 4 забирать, на сервере будешь помогать. Сейчас. Тебя объеду? Тут просто Еписят. Все, развернулся. Это такая жопа тут была. Ты там вытащил, хорошо? Да, 7к. Арта, отлично. Ты офигеть. Я же не светился, по-моему. Ух. Ну, я не знаю, как я здесь выжил. Это просто... А, смотри, сейчас это, надо... Остервы фуловы еще, грани. Ага, я понял, надо еще аккуратно встанем. Отыграть. Не, аккуратно, надо урон нанести. Хорош. У нас по фрагам, я... нормально, 7 фрагов там еще. Но там меня... уехала, по-моему. Но, я поехал за ней. Но мне кажется, она урона. Нарез поехала. А у тебя что по хп? Фуловы почти, ну как, 1500. Ну, ну да, нам надо успевать, считай. Откуда арта кидал мигос? С базы? Да. По арту еще и этого по фрагам вообще бы шикарно. Не, блин, я только серу не умею пробивать нормально. А ты просто по центру прям танка стреляй между листами. С твоим калибром там очень легко пробивать. Главное не в сетку попасть, а ниже. И есть версия, что она на базу мотала. Так и есть, скорее всего. Такой вопрос, что она встречает, штаны или это. Артуба убить, там тоже 500 хп, считай. Давай. Вот серу нашел. Так, арту надо.
Я стерви дал урон еще хорошо. Попробуй арту. А, хорошо. Отлично. Сера будет выезжать, пробовать меня убивать. Надо, чтобы она в засвет попала. Хорош. Вообще красиво. 8к. Нормально, у меня 4600 и... 3300. Нормально. А может еще блайн, кстати, залетел какой-нибудь у меня? Да, это вообще жирный бой, кстати. Самый жирный бой, походу. А перезагрузка сервера. Прикол. Ну и бой-то там что, как засчитается? Засчитается, просто мы не будем знать, сколько мы точно нанесли. А, то есть реплей эти... загрузится нормально все? Да-да-да, реплей все загрузится. Там на какой сервер меня не пускает на 7-й? А, нам, скорее всего, еще сессию придется закончить. Ну, год на 5-й. Скорее всего, сейчас тут... будет написано «не закончена сессия», да? Вараниус, привет вам передает. Привет-привет. Горус, спасибо большое за двойной таран. Так, я опять за камушек. Ну, можно, в принципе, так же разыграть. Как мы до этого делали. Я, у меня там за камушком хорошая позиция. Надеюсь, такой же бой будет. Ну, я бы надо... Пойдем, давай. Ты за камушек, я пока налево, а там решим. Мысль налево. Куда налево? А ты... Нет, прижиматься тебе нельзя. Нет, я не... Короче, я возле горки стою. И по ситуации там. Щукин прислал 1000 рублей в фонд. Увеличил фонд. Фонд турнира Чакр. Специальные условия вручения приза было передано по почте info@levshad.tv. 430, конечно, здесь мне не в тему. Не осветили, но это не страшно. Хорош. Ну там еще. 705 тоже едет. Я ему должен успевать давать. Я не успеваю. Хорош. Ты? Хорош. Тупо как донат. Тысяча. Не, ВЗХ, конечно, не для таких перестрелок. Не пробил 705-го. Короче, Мига, ты можешь, в принципе, уехать, я здесь буду дефить, ты можешь что-нибудь другое раз... Ну, или сейчас. Смотри, как тебе удобно. Постреляю чуть-чуть. Не, наверное, я уеду все-таки. Смотри, я могу пожить здесь просто. Так, 430-й выходит. Еще раз выйдет, я ему дам. Что это? Ну, он... 62-й. Нет. Того наказал 430-го. Я должен опять много накинуть. Если вас не запустят, смотри, Левша, ты самый первый на острие. Ну, я понимаю. Да нет, за грибы спушить. Смотри, едут. А, охренеть. Стой. Я все в говне. Я ж тебя... Или я ошибся просто. Все, не подставляйся, как только они выезжают, я их просто расстреливаю. Они едут прям? Видимо, да. Блин, я засветился. 30-й, конечно, мне мешает. Тент. Давай, муж. Пытаюсь. Я 3 вроде когда. Я жив, я не буду выезжать. Хорошо. Угу. Просто живи. Я тут столько накидываю, ты бы знал. У меня уже 6. Давай. Нормально, делай десятку. Можно это. А не отступай, да? Е3 КД, скажешь, когда Е3 КД. Угу. Не пробиваю его в НЛД. Тридцатый уехал. Это хорошо. Единственный, кто мог меня напрячь. Блин, хотел 430-го дать.
Я 3 кд, да. Я второй раз успеваешь, да? Должен, сколько да. у него кд? Там секунд 13. Меня сейчас убьют, походу. Да, нормально. Не перестал лететь. Нормально, нормально, еще мы сейчас настреляем здесь. Минг поторопился, но ничего страшного. Тут на гусли, блин, поставили. Хорош. Нормально, нормально. Они сейчас будут теперь стоять встречать. Ну, давай, я начну пушить их потихоньку. Давай, давай. У них просто захват базы уже. По-любому кто-то будет съезжать. Не слишком наполучали от меня, теперь боятся. Ну да, ты их вообще там развалил уже. По мне быстрее, да? Все, я ваншот стал. Это мой пуш закончился, все, чувак. Ну да, здесь не очень удобно, на самом деле. Ну блин, он сейчас захватит базу, союзники. Ой, как залетело просто по-царски. Вещай, наверное, танч. Да-да-да, сейчас когда? Когда он? Бро. Ай, как в орудие попал. А, блин, я не увидел, сорян. Ладно. Теперь еще блин. У меня еще все хорошо. Ой-ой-ой. Марина, бля, какая гвардия. Да-да. Что это такое? Представляешь, это какая это боль рандома, да, 268? Зря его нервишься. Иди дальше. Напали на меня работяги. Отбился как можешь. Хорош. Таран. Не, я лучше за 400 станом даю. Блин, 4 ну, секунды. Да, да, да. Может успею. Берунги, блин, как всегда. Пулов почти еще. А, не успел. Ну опять 8,5 дал. Ну, это хорошо. Мне больше там не летело там. Давай, давай, там призовой растет грани. Надо... Тупо хорошая карта для нас. Yeah. По максимуму выжимать. О, Мига, ты где успел отдать? Да, в центре там. А, в центре? Стрелял. Но в итоге-то вообще красота. Если бы я выжил, там пятерик ТП. Мне, кстати, точно. Для моей позиции, знаешь, что бы вообще охеренно зашла семерка? Mm-hmm. Я бы подольше пожил. Можно нам еще одну Карелию, плиз? Хорошая карта.